Поздравляю, ребят. Несмотря на то, какое количество просмотров набирает выпуск, смотрим Замбетов. Всех вас с наступающим праздником. Что там произошло-то уж? Эту девчонку убили. И еще что-то было. А, соседи. Я в ахуе, блядь. Надо их найти и пизды им дать. Пизды им дать? Ты видишь, как Макс бакланит? Ты что, дурак, Брусы? У меня просто рука болела. Как бы, если я попал на свои фирменные, давно бы упал бы. И что-то у тебя постоянно в такие моменты рука болит. А как в комнате за операцией порнуху смотреть, у тебя все работает. Эй, родной, натуре ты задрал уже. Если бы не твоя идея сюда их притащить, этих телок, было бы все нихуево бы. Они по-любому в лагерь выживших поехали. Эй, ты что, здесь все что ли? Я думал, ты давно съебался уже. И что там с твоим радиоприемником? Бля? Где твой лагерь беженцев? Сломан он, блин, и как координаты лагеря найти без него, не знаю. Эй, пацаны, я придумал. Короче, находим этот лагерь беженцев и там пиздец пизды даем. Ебать, в натуре, хорошая идея. Девчонок лично на себя беру. Эй, ты задрал уже, девчонок, я на себя беру. Ну правильно, он же Макса не оселил. Пацаны, я же не про девчонок. Может, там реально выжившие есть, можно с ними объединиться. Я лично этим выжившим нифига не доверяю, понял, да? Ты их даже не видел, Тиля? Марат, что, тупой, что ли? Последние выжившие, которых я видел, все у нас украли. Это вы сами виноваты, пацаны. Вы нормально общаться не умеете. Только членами думаете. А могли же нормально объединиться с ними. С Максом было больше шансов выжить. Да ну нахуй. Значит, мы виноваты, да? Ну да, кто еще виноват? Что сказал? Что слышал? Марат, ты что, тупой, что ли? Марат, блин. Успокойтесь, пацаны, блин. Сейчас давайте лучше, пока не стемнело, найдем питание, оружие, машину, а то потом передвигаться пиздец тяжко будет. Родной, ты задрал себя главного строить, эй. Давай ты построй. Давай, короче, находим еду, машину, оружие. Ой, красавчик, давай пойдем тогда. Пойдем быстрее. Как придумала, все быстро. Что там, пацаны, готово? Да. Что, как тебе моя? Базару нет, родной. Вадя, у тебя что? Да вот, родной, копье. Ну, такси. Пойдет. У тебя что, индейец? Че? Ты что, просто камни в сумку накидал, что ли? У тебя что, маразматик, че ржешь? Да я подумал, наше оружие по-любому надолго не хватит. Я вот в сарае молоток нашел. Охуеть. Че, понравилось? Охуеть плохо, я хотел сказать. Короче, сейчас мы будем выбирать, кто с кем пойдет. Су-ли-фа. Во, получается, мы с Русом, ты идешь с Марой. Хуй я с ним пойду, мне одного раза хватило с ним пойти, чуть не сдох, сука. Давай чекаться по-новому. Какой чекаться, бля, мы с Русом ножницы поставили, бля. Я хочу с ним пойти, давай чекаемся. И Теля, пойдем-ка пообщаемся. Все нормально? Красиво, красиво. Короче, мы решили, мы идем с Телей, а ты идешь с Марой. Пойду я с Марой, давай перечекаемся лучше. Давай, давай, перечекаемся, только давай сначала сходим, быстро все сделаем, придем и перечекаемся. Точно? Да, обещаю. Давай. Давай, давай, родной. Только камеру захвати, хорошо? Ай, блядь. Сука, Апачи, я люблю тебя, блядь. И когда они уже появятся, давно же быть должны были здесь. Мара, я откуда знаю? Может, их сажали, давай хотя бы их поищем. Может, не надо? Блин, а что такое? Кто стреляет? Кто стреляет? Кто стреляет? О, а кто стреляет? Как не ног? Эх, зомби! Уроды, умрите! И это что, пацаны, что ли? Эй, Тима, Тиля! Не стреляйте! Эй, суки, вы что еще и русов в плен взяли, что ли? Пацаны, вы что? Эй, Тима, успокойтесь, бегомники, что ли? Эй, пацаны, пацаны, вы чё, зачем стреляли? Пацаны, нам это здесь что было, бля? По
Давайте красиво, да? Ну, какую природу, родной, этим зомбакам вонючим отдали? Нормально же показать нельзя. А так той команде вообще, да, не повезло? Оба, походу, идут и сутся. Умары, я не могу же. Че с тобой, плохо, что ли? Нормально все? Эй, Рус, не знаю, сейчас зомби выскочат, а ты без оружия. Блин, натуре. Тима, смотри туда. Бодрая хата. Пизда хата в натуре. Пойдем, зайдем, посмотрим, что там, как там вообще. Да, конечно, там по-любому что-то есть. Может, найдем себе что-нибудь. Чего мы раньше так далеко не ходили? Не говори. Нифига себе. Тимоха, как ты думаешь, кто в этой хате жил? Да хуй его, бля. Походу, депутат какой-нибудь. Да нет, что, гонишь, что ли? Тут явно Криштиану Роналду жил. Долбоёб, что ли? Чё? Он вообще в Италии жил. А, да, хотя не подумал. Не, ну просто такую хату охеренную увидел, сразу подумал Криштиану Роналду. Почему нет? Типа, бля. Вроде никого нет. Иди тогда. Тише, давай. Всё, готов? Открывай. Медленнее, медленнее, аккуратно. Эй, закрой. Это что, просто собака была? Вроде да. А что ты тогда испугался так? Так я собак боюсь больше, чем зомби. Ага, собака тебя укусит, ты в собаку превратишься, что ли? Что, реально? Забыл. Она не кусается? Я с ней лично не знаком, давай, медленнее открывай. Хороший песик, хороший. Сидеть! Ай, молодец, она дрессированная. Эй, нифига себе, тут уже. Что, серьезно? Нифига. Смотри, сколько патронов. Еще и патроны есть. Я еще иду. Чаще. Эй, тут и еда есть. Серьезно? Это старая мебель. Эй, Тима, везде здесь дохуя комнат, да? И я знаю, кто здесь живый. Человек, который продавал антисептики и маски. А, хуйню не несите ли? Какую хуйню? Они же могли себе позволить, да хуя зарабатывают. Давай еще лучше что-нибудь заебал. А ща найду. Тут что есть? Ебать, Илья, смотри, как фартануло. Нифига себе. Волына. А вдруг тут до этого бандюки какие-то жили? Да не, какой нахер бандюки, что, гонишь, что ли? Эй, я знаю, кто здесь жил. Человек, который занимался выкапщицей. Стоп, кстати, Мара, собака что делать будем? Что, с собой возьмем, конечно, она, смотри, дрессированная. И что, как назовем? Саманта назовем, как в фильме «Я легенда», смотрел? Надо ее Айка назвать. Что за Айка? Бывшая моя была, та еще сучка была. Я смотри, а тут припасы есть, и оружие, и все есть, и собака даже тут лежит. А хозяин где? Давай проверим. Только аккуратнее. Офигеть. Это зомбак, да? Да нет, смотри, вроде человек. Он живой? Нет, он мертвый. Че, зомбаки убили, да? Нет, укусов нет. Хоть просто от старости умер. Блин, жалко. Представь вот так, да? Сидеть, зомбаков ждать, оставить собаку и умереть. Походу тебе, дедушка, не понадобится больше это. Все, пойдем, выходим. Айка, пошли с нами, Айка. Пойдем, Айка. Не пойдет она, походу. Почему? Собаки преданы, не оставит она хозяина. Пойдем. Че там, Тиля, нашел что-нибудь похавать? Да. Грибы, походу, свежие. Похуй, пиздец, жрать хочу. Давай похаваем. Ну, они нормальные. Да, пиздатые, если честно. Охуеть, какие узоры, красивые, еще и мягкие, сука. Тиля, чё? Что-то не то. Пиздец, хуё, блин, жарко. Чё такое? Это грибы твои просроченные. Ой, блядь, нам показалось. Чё такое? Я думал, три глаза у тебя. Совсем что? Эй, чё, бля, пойдем, бля. Мы же сюда зачем-то пришли, правильно? Ну да. Ну, ебать, да. Чё такое? Еба, потайная лестница. А,
Охуеть! Что, пойдем наверх? Давай, давай, пойдем. Ебану, блядь, 3 года поднимали. Ебая желтая, оказывается. Охуеть! Пиздец! Тима, ты по-любому извращенец жил какой-то. За 3 таблетки. Ебать, я понял, бля. Волына, извращение, таблетки. А 100-пудово какой-то депутат тут жил. Эй, бля, что-то мне пиздец до сих пор хуёво. И Тимоха, давай похуй, вот эти таблетки захаваю, может, помогут они нам. Чё, ебан? Сейчас выпьем и сдохнем. Похуй. Уф. Эй, Рус! Чё? Ты куда? Тут же машины стоят. Где? Да они не очень, пойдем. Ты чё, гонишь, что ли? Да, Мара, ты гонишь. Ты посмотри, это Хонда и Субару. Чё, праворульные. Нормальные пацаны на таких не ездят. Не, ну а вы чё хотели? Не, ну если честно, мы с пацанами хотели, короче, X5 жесть, как в бумере, чёрный такой. Ты сейчас где X5 найдешь в этом дачном посёлке? Какая пеха. Давай хотя бы этим проверим, может, работает. Капец ты ленивый, Мара, блин. Да вроде, а будет бензин есть? Ну вот, на Хонде поедем. А почему на ней здесь вообще багажник больше? Ты дурак? На нем вообще бампера нет. Пиздец, ты больно. Поехали. Не, Рус, Рус. Оу. И чё, где они? Мы же здесь договорились встретиться. Наверное, ничего так и не нашли. А может, наоборот, дофига чё нашли, короче. И унести не могут. Вот идут медленно. Ага, кажется, ты, конечно, в них веришь. Мара. Это они с виду просто злые, неответственные. А внутри, вот в душе, они добрые пацаны, заботливые. Им просто страшно, понимаешь? Они стопудово сейчас о нас думают. Ебать, что-то холодно мне, блядь. Мне что-то пиздец жарко. И Тима, мне вот интересно, кого это может был думать? Не вот эти вот резиновые бабки. Слышал? Да. А там что, сверху тоже еще что-то есть? Пойдем посмотрим только аккуратно. Пойдем. Стол возьмет тебя. Ебать, стол приятный. Отсюда звуки будут сидеть, я не понял. Сабина? Ты чё тут делаешь? Мы тебя по всему миру тут ищем, а ты тут? Ох, ебать! Криштиану Роналду! Тима, я ж тебе говорил, что он здесь живёт! А ну нахуй! Ты чё меня на Криштиану Роналду променяла? Покланить будем с тобой! Иди сюда, блядь, что парадана! Ебать, смешно! Блядь, Рональдо! Тебя убедить не может! Я же говорил, он пидор, блядь! Поебал, блядь! Долбоёб! Ты Роналду убил! У него же скоро игра! Дай сюда, дай! Ты вообще пользоваться не умеешь! Ты чё, Сабину убил? Брат, прости, я не специально, но она же шлюха, она же с Криштиану встречалась, брат. И он же, бля, умер, а я должен с ней мутить-то. Брат, прости меня, на пистолет убери меня, брат, прости. Это нахуй ты такие вещи говоришь, ебаная. Похуй на них, заебался. Роналдо. Бля, Сабина. Роналдо. Где пацаны? Пацаны, вы чё, зачем стреляли? Пацаны, нам здесь всё было, бля. Чё, пацаны, вы чё, не нашли, что ли? Его не укусили, что ли? Нашли, бля, сразу же потеряли, бля. Пацаны, что случилось? Мы Сабину убили. Хуйня, Сабина. Мы Криштиану Роналду убили. Рус,
Смотри, они неадекватные какие-то. Че делают? Аптеку надо найти. Аптеки чего возьму? Средства вытрезвляющие надо найти. Пацаны, поехали. Тима, вставай, поехали. Тима. Пацаны, давайте от души Сабину похороним. Да, да, похороним обязательно. Обещаешь? Да, да. Это пиздец хуёво мне. Пацаны, давайте быстрее доедем, а то мне сейчас все облюет тут. Куда мы едем? Кто там спереди? Хо-хо-хо! Мара, как ты? Хо-хо-хо! О, Рус! Ты че из зомбихи клетку не закрыл? Пошел, что вспомнить. Тиля, вообще ты ее не закрыл? Нихуя! Нихуя! Ты че, как думаешь, в этом супермаркете аптеку найдем? Я не знаю, Мара. Мы так еще далеко в город не спускались. Ну, давай пойдем, проверим хотя бы. А пацанов что, оставим? Нельзя их тут оставлять, еще херню путь натворят. Возьмем с собой. Тиля, Тима, вставайте, пацаны. Хуёвый. Пацаны, уходите. Идемте. О, Мара. Пойдем в аптеку, найдемте. Находим аптеку и уходим, ничего лично не трогаем. Ясно? Супермаркет. Ау, зомби, вы где? Садкитесь, куры, что ли? Странно, что свет включен, как будто люди тут. Люди, вы где? Тиля, все. Тима, охренеть. Нифига себе, вообще не тронуты. Как будто бы апокалипсиса и не было. Пацаны, только давайте убедимся, чтобы тут никого больше не было. О, а я вас вижу, здрасте. Долбоёб. Я вас снова вижу, привет. Тима, ты как себя чувствуешь? Тут вроде пустой супермаркет, никого нет. И что делать будем? Не знаю. Да пиздец, долбоёбы, блядь. Чё, блядь? Всем приятного аппетита! В натуре! Давай, давай, хавай, пацаны, Мара! Ебал сюда тележка, неси все. Где тут аптека может быть? Не знаю. За лекарство уже. Пацаны, только набираем самый необходимый. Давай, давай. Будешь хавать, Тимоха? Будешь хавать, родной? Консервы ищите. Ух. Просто пизда-то похавали. Все равно странно это все. Свет включен, а персонала нет. Мара, мозги не би, заебал. А пока лишь вот и не съебались пораньше, блядь. Меня-то одно волнует. Двери-то кто-то изнутри закрыл. Мара, заебал, блядь. Иди аптеку ищи лучше, блядь. Реально, Мара, здесь плохо. Пацаны, мы тут все обошли. Нету здесь аптеки. Может, на складе что есть? Мара, помоги. Пацаны, это тупик, мы отсюда не выберемся! Пацаны, что-то мне
Пиздец, хуёво, бля! Нахера вы эти таблетки пробовали? За вас кто-то там? Сука, Мара, я в ебы иду тебя, долбай! Да тихо, заткнись, бля! Мара, успокойся, ебать! Там патроны сейчас должны всех... Мара, заткнись, бля! Что же делать? Нельзя. Успокойтесь, бля! Это конец. Потайной ход. Ружья опустили. За мной идите. Сторож. Кто это? Поменять свой бел, пока не окаменел. Люди верят в то, что видят. Разве это жизнь, пацаны? Саундтрек хороший в конце играет. Неплохая серия, неплохая. Единственное, что не понравилось, это вот эти титры спустя 3 часа, полчаса и так далее. Примерно понимаю, для чего все это делалось. Но как-то реализовано, ну, так себе, мне кажется. А вообще серия неплохая, конечно. Понятно то, что после того, как их обокрали, они там начали друг на друга гнать, типа искать виноватого, ссориться и так далее. Но в таких случаях, конечно же, лучше объединиться и как-то совместно решать проблему. Вот. Так, ну чё, тут пошло, потом в итоге поехало это... мешанина со временем. Классный момент с собакой, то, что она с хозяином остается. Момент с зомбаками, то, что они там развлекаются как-то вдвоем, получается, что ли. Или что, либо они не успели развлечься, то, что она там прикованная, фиг знает. Но он бы... Короче, не знаю, это вообще не важно даже, в принципе. Вот, но мне казалось то, что его укусили. Он же прям так налетел на него. И что, он не должен заразиться? У него вся рука там в крови вроде. Ну нет, рука не тронута, конечно. Но, блин, как будто его все точно укусили. Забавно было то, что они, ну, под наркотическим опьянением не шарят вообще, какого-то Рональдиньо тут увидели, Сабину и так далее. Это, конечно, да, забавно. Ну и самый крутой момент, это, конечно, в этом супермаркете. Казалось бы, все очень круто, столько хавки, напитков, ну, вообще полный супермаркет. Просто берите, уезжайте, берите, уезжайте каждый раз. Но решили открыть клад. Это, мне кажется, сторож, он там всех собирал как-то. То есть туда всех загнал. И они так спокойно открыли, выпустили всех. Кстати, тут чувак-то не сразу заметил. То есть он даже не заметил и уже этот... Ну, когда они открывали, если так посмотреть, и он уже, короче, вздрогнул. Он даже не взглянул туда. Косячок. Вот, но в общем и целом классно, особенно съемка в супермаркете, то, что камера двигалась там. Сначала нам этих показывают, потом поворачивается, там другое уже. Ну, короче, тут не раз использовали в этом сериале. Прикольно, прикольно. Ладно. Идем дальше, будем смотреть следующую серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Check it out.